Здравствуйте, дорогие болельщики. В таких матчах не удавалось отличиться. Эмоции были положительные, переполняли. Хотелось, наверное, еще забить, конечно, чтобы выиграть, но не получилось. Ну, команда, она выше классом, и получалось, она была больше на мяче, и само собой так уже присели. Под конец уже и подустали маленько, тренер такую установку не давал, говорил продолжать так же играть, но чуть-чуть вот не дотянули и в конце нам забили. У меня матч был на открытии арены, когда «Спартак» только открывал стадион с арены «Звездной». Тогда, конечно, было по атмосфере намного лучше. Получилось первый раз, дали возможность выйти за основную команду, и эмоции переполняли. Просто когда выходишь, смотришь, сколько людей смотрят на тебя и болеют, и кричат, и там сам на собой коленки начинают трястись, а потом уже не замечая их и играешь. На то время, да, было. Тогда хорошие эмоции были, много интересного. С такими командами играли до более хорошего класса. Эмоции положительные были. Приходилось, наверное, играть с «Промсом», с Дюбой. Ну, Дюба, понятно, что своими габаритами хороший нападающий может любую передачу принять, отдать. А «Промос», он такой, тоже хороший игрок, техничный, не боится играть, в обух же с ним легко. Можешь ему отдать, и он же сам все сделает с краю. Так ничего не было известно. Только что, когда в Курске я играл, что когда болельщики приезжали, были всегда заряжены, поддерживали свою команду. Сюда приехал и убедился в этом, что они болеют до конца. Я думаю, способна, просто не хватает вот этого последнего момента, чтобы забить уже гол. Столько мы делаем атак, моментов, чего-то не хватает вот этого какого-то последнего везения или концентрации перед этим. Так работаем. Понятно, сами не хотим быть в зоне вылета, хотим хотя бы в серединке, даже повыше, я думаю, мы можем. Надеюсь, в скором времени будем там. Настроение после игры было не очень. Все расстроились, надо было выигрывать. А так забываем все время о предыдущих играх, стараемся двигаться дальше. Если будем тоже все время ходить унылые и грустные, тогда как нам выходить на следующий матч? К Томску готовимся. Надо понимать, что надо только выигрывать. Это хорошая команда. Тоже борется хорошо. С ними будет тяжело, но будем стараться выиграть. Я думаю, связано, что сейчас уже более квалифицированные защитники. Наверное, больше надо быть в штрафной, нам больше навесов, самим входить, пытаться, чтобы
для этого момента создавать эти моменты. А так судьи вроде нормально судят. Пока претензий нет никаких. Бывало там, конечно, но это мелочь. Химки понравились, ротор понравился, как играет, контроль мяча. Там ребят не боятся, тем более при таком стадионе в роторе. Они, я думаю, они должны каждый, ну, так играть. А так, ну не знаю, это футбол, они могут и так же и хорошо в РПЛ играть, могут также и плохо. Не знаю, думаю. Тем более будет усиляться, может и получится что-то. Условия хорошие, есть два поля, тренируемся, ездим. Все условия созданы для работы. Поле на стадионе тоже в хорошем состоянии. До этого говорили, было хуже. В городе инфраструктура хорошая, город большой, много куда можно сходить, посетить. До этого я был, ну, у меня дома небольшой город, здесь хоть можно погулять, в торговый центр сходить, развеяться. Ну, Хайманова знал, до этого так кого-то видел на поле, но сейчас коллектив, я думаю, как собрались, как сейчас, уже хороший. Ну, сплотились, и все готовы работать, и за друг друга бьемся, чтобы не упасть в грязь лицом на играх. Ну, отличие в классе, там, понятно, послабей, там и спокойно можешь принять, отдать, тебя никто не напрягать не будет, а здесь уже больше борьбы. Тебя все время будут напрягать, тебе надо быстрее думать с мячом, а там скорости слабые и медленнее. Могу и там играть, но больше нравится, конечно, в середине, но если приходится, надо с краю быть, я буду, выйду и буду с краю играть. Как бы так не принципиально. Ну, первые туры мы были не сыгранные, там уже больше, наверное, каждый хотел выделиться и на эмоциях, что надо первые игры выигрывать. А сейчас уже более-менее начали сыгрываться, уже понимаем, кто что хочет, кто как играет, кто как может. И ну, я думаю, что в скором времени пойдут эти победы. Не зря мы все-таки работаем, стараемся. Я думаю, найдем вот этот и будем забивать и выигрывать, и радовать болельщиков. Приходите в субботу в 17:00 на стадион на игру «Факел Томь». Нам будет нужна ваша очень поддержка, надеюсь, так же, как и с Тулой. Будем всех ждать. Надеюсь, вас будем радовать.